Так, остаются какие-то чё биты, блядь. Observation какой-то, аниме. Потом какое-то видео и лоботомия какая-то, блядь. Что это за говно вообще? Пожалуйста, вылети. Аниме, нахуй, аниме, на... Это игра? Блядь. Аниме вылетает, нахуй! Пошёл от... А-а-а! Нет! Вернись! А чё оно офнулось? Чё? Что это было? Подожди. Видео выпало? Видос выиграл. А что это за видео? Бля. Чё нахуй, это прикол какой-то, блядь. Чё у меня за аукционы ебанутые, блядь? Больше сотни вариантов, нахуй, блядь. Нет, хуйня выпадает, блядь. На прошлом стриме, офф-стрима, блядь. Чё за пиздец? Надо мной бог, блядь, мне кажется, прикалывается просто. Сидит, блядь, угорает. Это пиздец какой-то, блядь. У нас рекролл, чтобы понимали, второй раз подряд выигрывает. Это пиздец. Блять, я резонатила на президента спецсовета горничной, и тут все идет охуенно. Но, блять, это видео испортило все. Скачет, блядь. Ух, ёба. Я не знаю, что сказать. Я реально не знаю, как это комментировать. Какой рерол, господи. Давайте будем каждый раз реролить, когда что-то такое выпадает. Так неинтересно уже будет. Тогда в чем прикол рулетки-то аукциона? Чтобы реролить постоянно? Не. Тогда надо было реролить, когда офф-стрима выпал то же самое, блядь. Ну, а в таком случае не будет интереса просто-напросто. Ну, вот. Ну да. Надежда, ты здесь? Давай, иди сюда. Но есть один вопрос. Какая-то хуйня. Кто-то спалил мой адрес, что там привезли? Вообще, я не ебу. Какие-то цветы. Причем открытка. Береги себя.